Дальневосточные регионы помогают Приморью бороться с последствиями паводков. В аэропорту Владивостока приземлился груженный борт. Прибыли тепловые пушки, мотопомпы и дизельные генераторы. Соответствующую помощь краю оказала Сахалинская область. Все полученное оборудование сразу было отправлено в Красноармейский округ. Там груз будет распределен по наиболее пострадавшим от паводка населенным пунктам. Ожидается также гуманитарный груз из Камчатки. Как неоднократно отмечал губернатор Олег Кожемяка, во время наводнений нет чужой беды. Именно поэтому в процессе ликвидации последствий тайфуна в крае сейчас задействованы все имеющиеся силы и средства.